Вот так вот, доброе утро. Он сказал, что видел меня по телевизору перед тем, как сюда приехал. Пошли! Украл ребенка. Не забывайте, друзья, вот так, лайк поставить. И мы идем посмотреть, ну, как всегда, то есть видим артефакты ночных, так сказать, переживаний на берегу Черного моря. Люди оставляют мусор, в панике убегают отсюда, либо в каком-нибудь веселом состоянии. Здесь вообще прям, смотрите, вот они торчат. No comments. Не будем ругаться. В этом году из-за того, что весь пляж перегородили, чайки стали большой редкостью. Это очень жалко. Но это не мусор, это кто-то с утра пришел, уже разделся. Вот чайка, можно сказать, первая в этом году. Доброе утро, чайка. И как там же наше любимое море? Мне уже, смотри, сейчас время 6:28. Солнце очень, так сказать, приятно лижет спину. Говорят, водоросли. Каждый день в одном месте, да, уже несколько дней подряд я вам показываю море. Всем злопыхателям, которые хайпят на тине, там или еще что-нибудь. Есть, конечно, грязные места и так далее, но вот мы третий или четвертый день подряд выходим в одно и то же место и наблюдаем одну и ту же картину. Единственное, хочется вообще прям нейтрально чистого моря, чтобы оно было гладенькое, показать вам прозрачное. Покажи, как ты лайки умеешь делать. Вот так вот, да? Чтобы вот так вот море было на лайк. Ну, пока мы ждем. Чайку напугали. Полетела в Анапу. Анапа стоит в дымке. Друзья, доброе утро вам желаю. Пишите доброе утро в ответ в комментариях. Всем, у кого оно еще как бы недоброе, я желаю, чтобы все поменялось. Пятницу 13-е пережили. Если у кого были какие интересные события или приколы, тоже пишите об этом. Ну и давайте одну маленькую волну. Вот эту. До самого берега сопроводим. И приятного вам дня. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Ждите погодное видео. Постараюсь сегодня что-нибудь интересное сделать, если хватит моих сил. Доброе, красивейшее, добрейшее, самое лучшее утро на Черноморском побережье. Желаю, чтобы ваше утро тоже начиналось вот так вот. Вот так вот. Да. Еще вторая женщина. Это постоянные, чуть не споткнулась в море прям, постоянные зрители тоже канала, они смотрят и каждое утро приезжают сюда на море купаться. Живут, по-моему, недалеко, в Пятихатках или Цибанабалке, насколько я помню. Вот так я сейчас все уже расскажу, короче, ладно. Замолчать пора.